Главная цель госпрограммы «Сыбага» – благодаря закупу скота увеличить и повысить его качество в стране. Однако в 2011 году Кустанайская область при плане 6 тысяч голов закупила лишь половину. Невыполненный объем был перекинут на текущий год. В итоге в 2012 году общеобластное стадо КРС должно было увеличиться на 5 тысяч голов, но пополнилось всего почти на 2. Чтобы выяснить причину такой ситуации, регион посетил один из авторов программы – Александр Солюлев, председатель правления «Казагроним». С крестьян, сельхозников требуют, чтобы у них была база или должен заключить договор с большими сельхозфермерами, у кого есть для содержания. Это тоже. Да, он-то имеет свой сарай, подсобное хозяйство, где он может спокойно держать 50-60 голов. Уже многие так держат у себя. И вот это требование. И второе требование, то, что по зоотехническим нормам на каждое поголовье должно быть 5 гектаров пастбищных угодий. Вот это они тоже требуют, они тоже опять идут к крестьянам, у кого есть пастбище, с ним заключают договора. Он же может эти свои 20-30 голов пасти на землях сельского округа. В связи с этим условием лишь 3 района области могут похвастать высокими показателями по программе. К примеру, в Миндыгоринском районе закупили 377 голов скота, в Кустанайском – 252, в Амангельдинском – 219. Но и они не выполнили 100-процентный план. Сейчас вот перевозим импортный скот на самолете, там большие затраты. В правилах написано, до 50% стоимости не более 214 тысяч тенге за одну голову. Когда мы начинаем выплачивать, вопросов много возникает. Говорят нам, что транспортировка, растаможка, оно не должно в стоимости идти. Вот уже месяц ждем ответы. По словам представителей областного управления сельского хозяйства, выполнение программы тормозят неутвержденные стандарты всех видов животных, а также изменения в правилах для потенциальных участников, которые должны иметь в хозяйстве больше 400 голов. Раньше это количество ограничивало сотни буренок. А те, кто использует искусственный способ осеменения, и вовсе не допускают, по словам чиновников, к участию в программе. Александр Солюлев все предложение записывал и порой даже искренне удивлялся. Это ошибка. Ее надо исправлять. Почему? Потому что получается так. Если хозяйственник хочет заниматься искусственным осеменением, а мы его не поддерживаем и говорим, пока не будет быка, мы тебе субсидии не отдадим. Это неправильно. Это ошибка. В программе нужно ввести коррективы. Мы будем это делать. Помимо критериев финансирования, кустанайские сельхозтоваропроизводители просят изменить условия получения субсидий на выращивание кормовых культур. Деньги давать не по количеству засеянных земель, как сейчас, а за полученные объемы кормовых. Тогда животноводы будут заинтересованы в посеве новых трав. Субсидировать кормовые травы, посеянные не на пашне, а на землях коренного улучшения, которых большинство, просят кустанайские фермеры закупать скот больше на внутреннем рынке. Наши тёлки этого же возраста, гурты дают прирост 900 тысяч грамм, а они 700-600. Я вынужден был все лето подкармливать по 3 килограмма зернофуражом. Это очень дорогое удовольствие на пастбище организовать подкормку, понимаете? То есть здесь погодные, климатические условия, все это нужно учить. Наш скот адаптирован к этому. Копытные болезни очень сильно поражали весь сезон импортный скот. Этот вопрос, отмечает Александр Солюлев, уже рассматривается. По его словам, благодаря завезенному скоту, общереспубликанское стадо увеличилось на 100 тысяч голов. И теперь появилась возможность реализовывать свой товар и местным селекционерам-животноводам. Бауыржан Ержанов, Татьяна Калюжная, РТН.